Так, ну что, мы выдвинулись наконец-таки в ресторан. Минск нас встретил снегом. Едем ужинать. Да, ну и погодка. Ну ничего. Главное, настроение хорошее. Все, мы приехали в ресторан. Боже, как красиво, какой вход шикарный. Здравствуйте. Какие у меня красивые подруги. Какое красивое место мы приехали. Ты нам показала Минск? Еще не показала. Начинаю показывать. Пошли. Но нам уже нравится. Пошли ужинать. Привет, привет. Давай. Себя лично от ресторана. Хотел поздравить вас с днем рождения. Спасибо. Пожелать оставаться такой же красивой, счастливой. Самое главное, это чтобы близкие не всегда оставались близкими, вот только радовали вас. И такого простого, но банального, это женского счастья. Спасибо. Загадывайте желания, ну давайте, все сбудется, это стоит. Я загадаю. Минск, мой второй дом в Беларуси, я загадаю. Спасибо. Да еще не наступил день рождения. Боже, весь номер в цветах. Это от Танечки Городжи. Это вот, блин, все цветы, кто отправляет, все у меня уже. Спасибо вам, мои хорошие, спасибо. Такая красота. Просто! Собираюсь на ланч. Такие цветы просто шикарные. Это букет от Арама. Я дарю тебе цветы, чтобы они увидели, что такое настоящая красота. Спасибо вообще. Мои хорошие, спасибо вам большое за поздравления. Я все вижу в директ, во всех социальных сетях. У меня просто разрывается телефон. Я такая счастливая, проснулась. У меня такой счастливый. И вы представляете, да, в свой день рождения я тоже работаю. Вот сейчас с девочками едем на ланч, а потом на съемки. Но я безумно счастлива, потому что самое главное, я знаю, что я нужна вам, моим людям. Спасибо.